Франциско Клен. Это может быть опасно. Какой момент! Нужно бить! И есть! Гол! Капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве. Получает мяч на ходу. Опасная подача, но защитник на месте. Нужно забить! И есть! Гол! События развиваются стремительно. На данный момент они выходят в следующий дивизион. Как дальше играть станут? Что скажешь? Ну, знаю одно. Нельзя закрываться в обороне. Ни в коем случае. Ну, времени-то еще много, поэтому еще ничего и не решено. Нужно двигаться вперед. За долю секунды он... Тони Марсиаль. Мяч перешел к другой команде. Пока неплохо. Великолепный пас. И пробил. Да, срезает мяч в свои ворота игрок. И, к сожалению, одних и радости других – это автогол. Да, на тренере просто нет лица. Он, конечно, не ожидал такой подставки.